Друзья, всем привет! Сегодня у меня покатушки, велопоходом это не назову, выезд однодневный. Задача доехать по лесу в том направлении до одного из поселков. Расстояние до него не замерял, не знаю, карту не смотрел, так что сегодня вечером по факту посмотрим, сколько выйдет. А обратно вдоль трассы вернусь. От города отъехал, в городе снимать не стал, там ничего интересного, вот уже почти 8 километров намотал. Ну, такая скорость себе, 12 километров в час примерно. Вот такие вот подъемы, прохожу сейчас пешком, мне охота сразу выматываться на начальном этапе. Хотя тут заехать вполне было реально, но мне там после балки сразу резко в гору, надо было подниматься. Сейчас выгребу уже наверх, а там будет поровнее, там поеду верхом. Очередной подъем, и снова иду пешком. Крутой очень набор высоты. Но я думаю, сейчас наверх вылезу, там уже будет нормально. Но, конечно, по пути всякий рельеф будет попадаться. То есть будут и балочки, где-то спуски, подъемы. Но главное на эту гору залезть. Она есть как бы основная. И там уже по горе относительно ровно. Время 12 часов. Позади 10 километров. Тормознулся, сейчас выпью воды, перекушу яблоком. Ну и надо будет дальше ехать. Такой вот легкий перекус. Встретил мужика из местных. Он идет с грибами, полный рюкзак себе набрал. А здесь возле дороги только вот такое встречается. Это типа дождевика, возможно, не дождевик, не знаю. Вон ножка какая, ну, скорее всего, дождевик. Видите, он уже полностью созрел, вон они споры. И вот таких здесь прямо много. Вот он еще один. Нормальных грибов навряд ли я смогу найти, потому что это надо уходить вглубь леса. Вдоль дороги их все равно не будет. Это отдельно можно как-нибудь сходить, не на велосипеде. Вот это какая-то, по всей видимости, сыроежка. Я в них не особо разбираюсь. Поэтому такие не беру. Фиолетовая сыроежка. Вот такой бархатная шляпка у нее. Вот это каштан, такой колючий, смотрите, вот он орешек, такой довольно крупный, их можно даже сырые есть, можно пожарить, можно сварить, он и сырый тоже вкусный. Вот такое ядрышко, давайте его попробуем. Сладкий. Грибов в лесу много, но в основном что-то вот такое.
Я не в курсе, что это за грибы. И брать их не собираюсь. Это маленький. А вот смотрите, совсем малютки. Но это вряд ли опята. Давайте для пробы один возьмем, посмотрим. Может и опята. В общем, кто в курсе, в комментарии напишите. Опенок, не опенок. Так, решил остановиться на полноценный обед, уже полвторого. Сегодня у меня с собой домашний плов в термосе. Еще должен быть теплый. Ну и обычная водичка. Всякие баранки, печеньки, сухарики. Перекатываю велик через небольшую балку. Можно было бы проехать, но здесь, вон видите, какая грязь. Я бы в нее влетел бы и там бы и застрял. Так что пришлось слазить. Друзья, я почти доехал до своей конечной цели. Вот эта основная дорога, она уже спускается в поселок. И где-то километра через два я буду в поселке.
Поселок остался позади. На проезжую часть выезжать не хочу, так что поеду вдоль трассы, вот по этой дорожке. Ну и давайте посмотрим на итог. Наездил за сегодня практически 32 километра. И на этом прогулка подошла к концу. Благодарю всех за просмотр. Оставайтесь на канале. Ожидайте новые походные видео. Всем пока и до новых встреч.